Я всегда хотел быть отцом. Но на это ушло 46 лет. Потри землей. Надо бы рану обработать. Вдруг воспалится. Да? Это что, врач или интернетом начитался? Все знают, что рана должна быть чистой. Я пытаюсь воспитать мужчину, а не гребаного слабака. Иди строчи в сраный твиттер, какой ты герой. Эй, тусовщики, как жизнь? Слушала уже новую песню Lil Baby? Давай, кулачок? Нет, спасибо. Да ты чё, чёткий же чел. Чёткий, чётенький. Работа меняется. Ладно, закройтесь. Надо покорить этого чувака. Перемены случаются быстрее, чем когда ты был молод. Теперь это гендерно и углеродно-нейтральный современный бренд. Какие-то незнакомые слова. Что-то нужно делать с гневом. Вы опоздали. Я парковался. Это отговорка. Какие-то проблемы, мисс? И если бы вы прочли руководство, мне не пришлось бы говорить. Да читал я это руководство! Ясно? Тупая коротконожка! То есть ваше поколение более развито? Да, абсолютно. Не едет! Кнопку жми! Давай, погнали! У меня раскладушка. Прикалываешься? Получается! Я еду, еду! Может, я не создан для этого. Но ради сына я готов на все. В твоем возрасте я был просто зашибенным. Однажды в аэропорту Хулио Иглесиас принял меня за своего сына Энрике. Вот такой вот у меня был вайб. Это просто смешно. Я и был смешным. Три старика. Есть причина, по которой в этой комнате повестку захватили два белых мужчины. Он что, не белый? Я запутался.